Пострадавшим во время беспорядка в Алматы сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным выплатят компенсацию. Об этом сообщил аким Бахыжан Цыгентаев на заседании актива города. По словам главы мегаполиса, получившие тяжелые ранения получат 2 миллиона тенге, травмы средней и легкой степени тяжести по 1 500 000 тенге соответственно. Абсолютно всем задействованным в период ЧП сотрудникам экстренных служб будет оказана материальная помощь на общую сумму 1,6 миллиарда тенге. Окажут поддержку и гражданским, понесшим материальный ущерб. Комиссионно будет возмещен ущерб физическим лицам за поврежденный транспорт с учетом страховых выплат. Четвертое. Будут отремонтированы поврежденные фасады, окна жилых домов горожан. Соответствующая работа уже начата совместно с жильцами и КСК. Между тем, по словам акима, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса. Общая сумма ущерба превысила 67 миллиардов тенге. Рассматривать заявки по выплатам будет специальная региональная комиссия под председательством замакима Ильяса Усерова. К слову, предприниматели уже освободили на 3 месяца от коммунальных расходов и на полгода от уплаты аренды. Ведутся переговоры и с частными арендодателями по предоставлению льгот пострадавшему бизнесу. В целом большинство собственников поддержали наше обращение, подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды торговые центры Силквей, Пассаж, ЦУМ и Москва. С другими работа продолжается.